господин Мединский, до этого был Фадеев, до этого был еще, был Швидкой, понимаете? Нельзя не лишать наследия Большой театр того лучшего, что он был. Нельзя, но это преступление. Но это зритель генерального директора, который незаконно говорился, понимаете, он сразу ушла в народ, назвав балет «Точь фараона» многонаселенной оперы. Но это ни в какие ворота не лезет, понимаете. Ну как такое можно? Он даже мешает оперы, это не балет. Ну это невозможно, так? Я считаю. Ну это невозможно. Скажите, а вот где марш Вишневский какой-нибудь такой? Ну, потому что написали письмо, что некоторые отмечают день рождения с духом. Это, конечно, злохамство, высочайшее предельное. Это же безнравственность, наверное. Что Галина Павловна, это великая певица, она великая осталась, она, великая, она даже ушла как великая певица. Понимаете, как многие очень известны. Это того, что мы видим. Понимаете, поэтому обидно, понимаете. Я даже говорила об Андрею Варну, шедшему. Галина Степановна, кстати, раньше слово закончила называть, Надежда Грачева закончила, закончили ее называть. Потрясающе, совершенно классические были видны.